Добрый день. Сегодня 16 января 2020 года. Сейчас мы с вами пойдем смотреть квартиру на съем. Четырехкомнатную квартиру, которая идет с балконом, бетахоном, личной стоянкой, с Максаном и с мозганом центральным. Значит, вот мы заходим в квартиру. А, и квартира еще меблированная. То есть тут есть электротовары практически все. И салон, вот вы видите, диван в салоне. Также тут есть комната, шкаф. Давайте пройдемте на балкон, посмотрим. Большой балкон. Это центральная улица Дерехерес, тут от этого дома. То есть квартира находится в хорошем месте, в центре города Хариша. Знаете, вот тут большой холодильник, 600 литров, новый, пару месяцев ему. А также тут есть плита, микрогаль. То есть вот хорошая кухня, там технический балкон, где ставится стиральная машина. Вот, вот люди уже звонят, похоже. Это у нас туалет с ванной. Дальше идет мамат. И вот тут есть кровать также. Это комната безопасности. Дальше родительская комната, но тут видно было. Сделали маленькую мастерскую. И тут также есть, вы видите, душ с дверьми, душевая и туалет. То есть вот такая комната родительская. И еще одна комната. Тут также стоит кровать и два столика. Вот вы видите, это четырехкомнатная квартира. Она свободна. Пожалуйста, приезжайте, звоните. Наш телефон 05353-26563. Компания «Экохаус». У нас есть, кроме этой квартиры, еще другие квартиры. Есть трехкомнатная квартира на съем, пятикомнатная квартира на съем. Из-за этого есть разные квартиры на любой вкус в разных частях города Хариша. Пожалуйста, обращайтесь к нам, ставьте пальчики вверх, лайк. Все, до скорых встреч, до свидания.